Здравствуйте, зрители канала «Современные родители». Сегодня на обзоре еще одна модель отпаривателя для одежды Endeavor Odyssey Q505. Буду рада, если вы оцените видео лайком и подпишитесь на канал. В описании оставлю подборку ссылок на лучшие цены. Делитесь комментариями, оставляйте свои предложения и не забудьте включить колокольчик. Напольный отпариватель для одежды, а также прочих текстильных изделий, которые есть в любом доме – покрывало, шторы, тюль и так далее. Благодаря эргономичной конструкции, длинному шлангу и шнуру питания, работа с отпаривателем не представляет никаких сложностей. Достаточно просто нажать кнопку включения, и уже спустя 38 секунд устройство начнет осуществлять подачу пара. Мощность мотора составляет 2000 Вт, а максимальное парообразование 85 грамм в минуту. За счет этих показателей вы всегда достигнете идеального результата на любом типе ткани. С помощью данной модели возможно разглаживание как мелких деталей одежды, таких как оборки и рюши, так и изделия целиком – куртки и пальто. А благодаря ступенчатой регулировке силы пара выбрать подходящий для конкретного изделия режим будет максимально просто. Устойчивая двойная телескопическая стойка с вешалкой и зажимами для брюк и юбок позволит надежно зафиксировать одежду на удобной высоте для дальнейшего отпаривания. Приятным бонусом при приобретении данной модели станет гладильная доска, которая делает возможным отпаривание одежды как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Широкое сопло насадки утюжка с равномерно расположенными по всей его поверхности паровыми отверстиями позволяет за раз захватить достаточно обширный участок ткани, что значительно сократит время отпаривания изделия. Входящие в комплект поставки аксессуары отличаются продуманностью. Универсальная насадка-щетка с длинным ворсом легко устранит загрязнения, пятна, очистит шерсть домашних питомцев с одежды и обивки мягкой мебели. Специальная насадка-зажим предназначена для формирования стрелок на брюках, что особенно актуально для тех, кто строго придерживается делового стиля. Термостойкая тефлоновая рукавица сделает процесс отпаривания мелких деталей одежды еще более безопасным. Большой объем резервуара не требует частого долива и позволяет работать с устройством в течение 90 минут. А при возникновении необходимости восполнить запас воды, вы сможете сделать это максимально быстро, не прерывая процесс отпаривания. Проанализировав отзывы, могу выделить основные. Сначала отрицательные. Плюется водой, отпаривает только на максимальной мощности. Не соответствует заявленной мощности, футболки и рубашки не отпаривает совсем. Короткий провод 1,5 метра. Хлипкая конструкция. Теперь перейдем к положительным. Легкий, удобный. Съемный контейнер для воды, хорошая подача пара. Приятный внешний вид, привлекательная цена. Хорошо отпаривает, поток пара непрерывный. Включается очень быстро. Можно налить воду в процессе отпаривания. Стойка у него телескопическая. Если в нем заканчивается вода, он автоматически отключается. На сегодня все. Не забывайте про лайки. А чтобы не пропустить следующий обзор, рекомендую подписаться на канал и включить колокольчик. Ваше мнение важно, поэтому жду от вас комментариев. Переходите в описание, там оставлю ссылки на лучшие цены. До скорой встречи на канале «Современные родители».